сразу еще прекрасного вдогонку от Авито. На Авито я, естественно, тоже накатал отзыв, они есть, и надо людей предостерегать от таких мошенников, как они. Так вот, короче говоря, они мой отзыв блокирнули, ну, якобы не за недостоверную информацию. Я предоставил все скрины, там, переписки, договор, короче, видео, все предоставил. Они его разблокировали, он провисел 3 минуты, и его сняли. Вот видите, они рассмотрели заявку, и не можем восстановить область. Нажимаешь «Подробнее» и пишешь: «Почему нельзя восстановить отзыв? Мы получили подтверждение того, что вы шантажировали пользователя плохим отзывом, поэтому удалили его». То есть мошенников и как бы вот этих вот нелюдей, их нельзя шантажировать, понимаете? Про них нельзя писать плохие отзывы. Авито считает, что это правильно. Ну, то есть, можно брать у людей 500 тысяч рублей и спокойно жить дальше, и вам за это ничего не будет. Пожалуйста. Вот он мой отзыв, пожалуйста. В нем все то же самое, что во всех остальных отзывах. Никакой тут, ну, как бы лжи абсолютно нет. И, конечно, я им говорил о том, что если они его не построят, этот навес, ну, то есть у них будет и суд, и плохие отзывы. А как они хотели? То есть, чтобы я им что, талон на дополнительное питание выдал, что ли?